много уродливости, да, поэтому искусство это как-то выравнивает, оно дополняет своим как-то, своей густотой то, что российское кино. А вообще, вообще люблю кино. Это другой мир, это как будто вот попадаешь куда-то. Вот сколько в тебе молекул, да, они дробятся там, живут, у каждого молекулы есть своя история. Мне кажется, вот кино, оно как молекула, его много, правильное кино. Это же мысль какая-то определенная, да? Помимо того, что это еще красивые кадры, ну, это смысл, это как литература, как музыка, да, музыку ты слушаешь тоже, ты видишь как кино. Так же, как кино слушаешь, как музыку, или картину пишешь, там все, и образ, и музыка, и, в общем-то, и ритм свой, и так далее.